обомянные молитвы. Тоже знал, что мною после будут просто так играть. Я тогда бы проиграл все сражения и битвы для того лишь, что игрушкой оловянную не стать. Оловянная медаль на литую гимнастерку, оловянный крик застыл. Дорогие друзья, у вас сегодня знаменательный день. Вы, можно так сказать, вступаете во взрослую жизнь. И сегодня этому подтверждение, это паспорт, который вы сегодня получаете, это паспорт гражданина России, гражданина нашей великой страны. И этим все сказано. Я желаю, чтобы на этом этапе вашего жизненного пути все у вас было хорошо, и вы были достойными гражданами нашей страны. Спасибо. Хочу вам пожелать здоровья, успехов, чтобы вы шагали по жизни твердо, уверенно, и чтобы никогда ваши родители за вас, ну, чтобы вашим родителям никогда не было за вас стыдно. Сегодня не только мы, но и наше государство вручает вам паспорта. Здоровья вам и успехов. Берегите паспорт. Я пришел домой, меня папа поздравил, ты, говорит, сейчас гражданин Советского Союза. Вы сейчас граждане России. Несите это гордо звание. Гражданин России. Алексей вспоминал, как он получал свой паспорт. Я тоже помню, так же было в отделении милиции. Но как-то было это не так торжественно, как сегодня вы получаете. Я думаю, что этот день запомните на всю жизнь. Вот, потому что если этот определяющий документ вашей жизни, то есть надо нанести свою гордость и иметь чувство гордости за свою страну, такую огромную и такую сильную, в общем-то. В общем-то, я желаю вам успеха в вашей учебе, чтобы вы закончили все школы как можно лучше, нашли свой путь в жизни, определились в какой-то будущей профессии, приносили нашей стране, наверное, как можно больше положительных каких-то позитивы и развивали то, что, допустим, идет после нас. Потому что без прошлого не бывает настоящего и будущего. Вы должны помнить своих бабушек, дедушек, мам и пап, уважать их, любить. Ну и, наверное, уважать свой, относиться к своему городу. Каждый из вас, наверное, мечтает о том, чтобы уехать из этого маленького города, даже в Санкт-Петербург или в Москву. Но я думаю, что и маленькие города должны жить, потому что всем нам жить в Москве или в Санкт-Петербурге невозможно. Поэтому желаю закончить школу, после этого вуз, вернуться сюда и развивать то, что, допустим, наш город тоже процветал и имел какой-то статус тоже, допустим, наверное, очень хорошего города. Я вас еще раз поздравляю и желаю вам всего самого хорошего. Сколько раз я рыдал по ночи, сам себе говорил.